Чё, ребятишки, вот загрузил. Короче, получается 6 бревен по 1,47 м. Везем. Короче, еще 2 кузова готовых там. Осталось береза сырая и сосничок сухостой. Короче, посмотрю. Если все нормально, то поеду сегодня заберу. Таскаю, друзья, валежник сосновый. Жарко ходить. Жара, блин. Чё, греешься, пока ходишь?
Теперь, ребята, потаскаем березовые дрова. Березенки потаскаем. Не успею я, наверное, второй раз, ребята, сегодня. Уже солнце осталось буквально вот так, если смотреть, 2 метра до горизонта и сядет. Уже 5-й час. Ребят, жарко, блин, а на улице холодно. Жарень, друзья. Фух. Вот все жарко. Что, друзья, вот так нагрузил. Короче, извиняюсь. До борта валежник сосновый. 4 бревна по 1,47 м.
березовых вот таких и одно вот такое осиновое сухое. Вот. Фух. Колеса вроде ничего пока что. Но это... Сегодня, наверное, второй раз не поеду. На завтра оставляю, друзья. На завтра оставлю. Тут у меня останется пол кузовка. Там еще березку можно будет пилить. Да еще и здесь можно завтра. Посмотри, березку пилю. Если все нормально, короче, ничего не сломает. Погода, если нормальная будет, то завтра приеду сюда, пилю. Ладно, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик не забиваем.